Всем здравствуйте! Вы на канале Солнечный дворик, и с вами я, Елена Бордина. Сегодня мы поедем вот на тот прекрасный остров и посмотрим, есть ли там грибы. Сегодня я уже ходила, который за нашим участком, лесочек, там есть грибы. Вот теперь едем на этот остров. Вот на этой лодочке. Встретимся с вами уже в лесу. Смотрите, на какие грибы мы набрели. Вот какой гриб. А здесь два таких. Вот это грибы у нас на острове. Сейчас я их срежу и покажу вам, какие они. Вот какие грибы. Вот какой гриб. А вот уже какой я собрала. Смотрите, каких я три огромных груздя нашла. Я думала, они червивые, не снимала. А они, оказывается, совершенно чистые грузди. Вот какие у меня три больших груздя. Смотрите, какой грусть я нашла. Как-то палкой зажат, и его не срежешь. Вот какой огромный грусть. Но я сомневаюсь, что он будет не червивый. Сейчас я срежу и вам покажу. Нет, не червивый, но заплесневевший уже вот здесь вот немножко. Белый какая-то налет. Ну-ка. Нет, совершенно не червивый. Видите, какой огромный. Я без селфи-палки, поэтому снимать, ну, очень неудобно. Смотрите, какие грибы. Смотрите. Ну, наверное, этот будет гнилой. Сейчас я вам покажу. Ой, какой он толстый. Ой, Вась, иди ты отрежь. Он очень толстый. А сейчас вот еще. А сейчас я вам, смотрите, какого красавца покажу. Вот. Видите, какой красавец. Это не увеличенный. Что, испортишься? Нет, маслята. Маслята такие? Смотри. Нет, это подосиновик. Вот подосиновик. Этот вот подосиновик. Вот, смотрите, моя рука. И вот какой гриб. Здорово? Вот. Вась, подержи, я его срежу. Что, он хороший тот? Нет? Испортившийся, да? Жалко. Ой, какая толстая ножка. Вот. Червивый, да? Два червяка. Три червяка съели мой такой большой гриб. Ну-ка, если посмотреть ствол. Слушай, это подосиновик такой. Это осина, что ли? Ну-ка, давай поглубже. Ой, а здесь нету ни червивой. Только начало ножки. Отличный гриб. Вот. Вот какой гриб. Вот какой гриб. Здорово, да? Так, у нас ведра маленькие. Ой, не успела я 5 метров пройти. Метр прошла. Смотрите опять, какие грибы. Вот моя рука. И вот моя рука. И вот грибы. Смотрите, какие здоровые. И вот еще. Тут же еще гриб. Ой, какая прелесть. А мы ведерки маленькие взяли. Так, срезаю эти грибы. И смотрим, хорошие они или нет. Видите, у некоторых ножки червивые, а потом, вот видите, червивый.
Но посередине ножки червяки кончаются. Вот, видите, совершенно уже чистый гриб. И здесь вот уже совершенно чистый гриб. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Его вот так вот разрежем. Тут здесь немножечко вроде есть. Нет, этот брать не будем. Смотрите, опять какая красота. Так. Я иду связать вот этот небольшой. Хотя он очень-очень большой. И вот этот, хочу вам его показать прям снизу. Смотрите, какой. Ну, он, наверное, испортившийся. Ой, не режется, какой он твердый. Нет, не червивый. Странно, старый, но не червивый. Давай. Весь уже жидкий такой. А может, там внутри есть червяки? Сейчас я посмотрю. Сейчас я вот этот срежу. Червяков нет, но они какие-то жидкие. Сейчас я на всякий случай его разрежу. Мягкий, как масленок, хотя это подосиновик. Ой, вон стоит какой огромный. Нет, нормальный, просто старые. Так, ты в лодку все грибы понесешь, да? Давай. Смотрите, у нас уже сколько грибов. Это мы 10 минут как сюда вошли. И вот из этого ведра давай все вывалим. И вываливай все в лодку. Может, ставим в пакетик и на лодку. А как ты сядешь потом? А, да. Ну там мешок есть у нас. Давай просто здесь пакетик поставим, на обратном пути заберем, да? Ну, ясно. Да хватит, куда же. Потом еще и завтра переправимся. Вот смотрите, сколько у нас. Сейчас я где-то еще увидела гриб. Пока отвернулась, не пойму, где он. А, вот он. Вот еще какой красивый гриб. Взяла очки. Но очки мне тут не понадобятся. Как будто масленок какой-то. А Лена говорила, что здесь маслята есть. Но соседи ходили, собирали маслята. Да, это масленок. Вот с темными низами. Это точно маслята. А, ты меня на камеру подправила. Да, я тебя исправила, а это маслята. Ой, обалдеть. Сколько счастья, когда много грибов. Ой, какой большой. Еще увидела гриб рядом с теми, которые Вася нашел. Смотрите, какой он. Какой-то молодой. Руки все черные. Вы уж не обращайте внимания. Я грибы собираю. Смотрите. Как же называется? Это не маслята? Ну, не подосиновики, мне кажется. Белые. Подберезовик, наверное. Какой-то жук тут ходит. Видите, какая прелесть. А может, маслята? Я не знаю. Напишите мне, что это за грибы. У нас вот этот остров затапливаемый весной. Ну, не совсем он затапливаемый, но здесь вода стоит. Смотрите, до сих пор здесь влажно. Может, здесь и летом были грибы. А мы даже ни разу не переправились и не посмотрели. А грибы прям все огромные. Что значит, здесь не ходит нога человека? Никому не буду рассказывать, какие грибы мы здесь насобирали. Хотя мне подружка-соседка сказала. Муж поехал на рыбалку, остановился здесь и нашел кучу грибов. Ой, какая прелесть! Какая красота в лесу! Я вам потом покажу лодочку, на которую мы перебирались. В прошлом году мы ее испытывали. Купили очень дешево. Я уж не помню, за 1000, что ли, лодочку. И вот она нам пригодилась. Хотя у нас и большая резиновая лодка есть. Ты там что-то срезаешь? Ой, а Василий там что-то срезает. Ну-ка, покажи, что у тебя тут. Ой, смотрите, какой грусть. Скрученный. Нормальный, да?
О, сколько он тут грузей-то нашел. Посредине леса поставили пакет со своими грибами и ходим рядышком. Я хочу белые, хочу маслята. Я с груздями не знаю, что делать. Так-то засолить я, конечно, не засолю, а еще как-то отваривают и солят. Но мы сегодня поедем к детям. У нас вчера дети после ливня не смогли уехать с дачи. У них там застряла машина. Сегодня вечером поедем их оттуда доставать. Вернее, машину, а не их. И отдам дочери грузди. Пусть она варит или солит. А мы возьмем потом готовыми. Верхушечки укропа ей дам. А мы будем заниматься подосиновыми, маслятами, вкусными белыми грибами. Вот грузь, но он сухой, мне кажется. Да? Вот этот вот. Здесь. Смотри, вот, посмотри его. Я пошла благородные грибы искать. Вот, вот этот вот. Нет. Сухой, да? Тут их два. А вот здесь срезанный. Срезанный же? Нет, кто-то это снес. Ну-ка. Угу. Да. Ну и все, его не берем. Мне вот этим большим. Ой, как, смотри, какой грузь хороший, Вась. И вон. Вон белый. Вот этот хороший. Я его посмотрю, да? Если что, в пакет сразу отнесу. Наверное, пальцем постоянно снимаю. Вот, смотрите, какой грусть. Но это поменьше, чем те. Сейчас посмотрим. Отличный. Не червивый. Вот видите, какую я маленькую ведерочку взяла. Как за рыбой, когда хожу рыбачить. Вот такой грусть. Все ведро занял. Так, а рядом с груздем еще должен грусть. Правильно я говорю? И что-то я не вижу рядом. Ищи рядом. Это я была маленькая, ходила с родителями за грибами. Так они... Я стою и говорю, где грибы? А мне родители говорят, ищи рядом. Я всегда наклонялась и всегда находила гриб. Как я любила с ними ходить за грибами. Только не любила их чистить потом. Мы приезжали всегда. У нас целый багажник грибов был. Они сваливали их в ванну, сажали меня на табуреточке рядом с ванной. И я должна была сидеть и чистить. То есть мы с папой чистили, мама их варила. Вот это я уже не любила. Куда-то я зашла, мне кажется, уже Василий здесь все просмотрел. Пошла-ка я вперед, а то я здорово отстала. Ой, ну нашим грибам нет конца и края. Вот, смотрите, моя рука. И какие грибы. Рука моя грязная. Так, сейчас я буду их срезать. Василий где-то там грузди режет. Мне нашел вот эти белые. И говорит, иди, снимай. Ой, оторвала всей шляпкой. Ой, как обидно. Смотрите. Корень не оставила. Вот, смотрите, какие грибы. Ой, я их даже поднять не могу вот так вот. Они очень, очень тяжелые. Это маслята. А вот стоят рядом грузди сразу. Вот, видите? Сейчас я вам их покажу. Не успела отойти. Вот грузди. Вот грузди. Каким способом готовить эти грузди? Есть какой-то способ отварить что-то, слить воду, опять отварить. Напишите, пожалуйста, этот способ. А вот здесь немножечко у него заплесневело. Но мы уберем. А так, смотрите, какая красота. Я, наверное, в этом году чемпион по грибам. Ой, нет, тяжело, не могу держать. Ой, это волшебная прям поляна. Смотрите, здесь грузди.
Смотрите, ну здесь вот грузди надо проверять. Вдруг они уже плохие. Ой, какой грибочек тоже стоит. Прелесть. Прелесть. Вот. Какая прелесть. Сказочные грибы. Как бы нож не потерять. Прямо на какой-то горке стоит. Отличный гриб. Отличненький. Вот на такой лодочке. Игрушечной. Совершили кругосвет. Да, вот кругосветку. Вот всего лишь до этого острова. Вы про грибы не забудьте. Про грибы мы их как собирали, показывали. Вот сколько у нас. Вот сколько у нас грибов. Целый пакет и два ведра. Да, молодцы. Какие молодцы. Вы были на канале Солнечный дворик. И с вами была я, Елена Бородина. Пока-пока.